И всем привет, друзья! И в этом видео мы проведем обзор на наши комнатные растения. Итак, давайте перейдем к видео. Итак, наше первое растение — это вот такое авокадо. Посмотрите, какое у нас красивое. Вот такие листочки. Красивенькие. Это оно пустило за раз. Смотрите, сколько листочков. 3 листочка за один раз. И пускается еще один. И вот такие у него большие крупные листья. Первое авокадо. Да-да, первое. А у нас есть и второе. Это вот такое. Оно почти одинаково размерами, как и то. Потому что мы их посадили одинаково. Мы в прошлый раз подрезали их. И можете посмотреть под подсказки справа, как мы это подделали. Пустила вот такую у нас, получается, веточку, которая растет в бок. И пустила два огромных листочка. Посмотрите, насколько же он огромный. Больше, чем моя рука. Он больше, чем моя рука. Даже в полтора раза. Также мы переходим к нашему манго. Мы его спасли, так сказать. Вы это тоже можете посмотреть по подсказке справа. Как видите, оно вот так вот у нас растет. Грунт мы ему поменяли. И вот такие у него листочки. Крупные, очень твердые у нас листочки. И вот такие продолговатистые. Как видите у нас на видео. Интересно достаточно. А кто выращивает авокадо? Напишите в комментариях. Также у нас есть еще одно вот такое красивое растение, которое тоже у нас вот так вот расцветает и растет. Оно, кстати, у нас цветет, но пока что оно это не делает, ведь уже это сделало. И посмотрите, как мы делали этот принт. Да, он немножко потек, потому что мы использовали не ту краску. И, конечно же, она от воды у нас, получается, потекла. Но все же у нас есть видео, как мы это рисовали. И вы это тоже можете посмотреть по подсказке справа. Это вот такая фиалка, которая у нас тоже цветет. Процвела, точнее. И как видите, вот так вот она у нас растет. А вот ускоренную съемку, как она поднимается с опущенного вида, когда ее положишь в воду, она поднимается. Вы это можете все посмотреть тоже по подсказке справа. Вот так вот. А мы видим, как она пускает у нас еще один листочек. И вот здесь еще два листочка. Интересно, что будет дальше? Ну, чтобы это не пропустить, можете подписаться вот так вот. И вы будете у нас, получается, будем наблюдать за этим растением. Ну и так далее, интересным другими растениями. А поставьте еще на колокольчик, и тогда вы не пропустите ни одного видео. Также у нас есть еще одно растение, и это имбирь. Да-да-да. Мы это растение выращиваем дома. Как видите, сколько у него отросло. Давайте посмотрим. Оно изначально было вот такое, но посмотрите, сколько же уже отросло. И этому имбирю полгода. Точнее, 8 месяцев. Как видите, насколько же большой у нас вырос он. А сохнет он, потому что у него мало земли. Но ничего страшного, ведь мы его скоро пересадим. И это все будем снимать на видео. А вы как думаете, напишите в комментариях, сколько же метров, ну или сантиметров он у нас в высоту. Мне кажется, как минимум метр есть. Вот так вот. Переходим к следующему растению. И это у нас фикус. И как видите, она у нас пускает еще один листочек вот такой. И пустила вот столько много красивых листочков. Вот это у него новенький листочек, да, он пустился всего лишь полнедели назад, где-то 3 дня назад он у нас распустился. Посмотрите, какой же он красивенький у нас. Пока что немножко оранжевый, потому что он еще не обосновался. И этому фикусу у нас год, представьте себе. Мы его купили вот, вот таким. А что вы скажете, почему вот таким? Потому что в магазине мы его купили вот с таким листочком. Видимо, его кто-то в магазине просто уронил. Ну, как-то так. Ну и вот столько листочков мы с вами отрастили. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Почти 7. Ну, а пока что 6. За один год, представьте себе. Как-то так. Долговато растет он у нас. Давайте перейдем к следующему растению. Это вот такое растение, которое мы купили на 1 год каналу. Да-да-да, 1 год. И вы это видео можете тоже посмотреть по подсказке справа. Вот она у вас высветилась.
Мы можем видеть, как красиво цветет это растение. Какие у него листики. И оно, кстати, еще пускает, наверное, еще вот такие же растения. Самого главного вот этого стобура. Маленькие еще стобуры. Видимо, оно тоже так размножается. И вот здесь тоже есть. Также у нас есть и орхидея. Очень красивое растение, которое мы тоже выращиваем дома. А кто не знает, как ее поливать или много фактов о ней, то вы можете посмотреть по подсказке справа тоже видео. Мы там все рассказали в подробностях. А почему оно не цветет? Потому что у орхидеи есть тоже свое переносное цветение, когда орхидея цветет и иногда не цветет. Как видите, в данный момент она у нас не цветет. Вот так вот, друзья, вот и наше видео было про наше интересное растение, которое мы выращиваем у нас дома. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и переходите на эти новые интересные видео, которые у вас выстрелились. Всем пока-пока!